августа 2011 года. В городах Соединенных Штатов Америки начинается паника. Два сильных землетрясения повергли в шок не только простых людей, но и специалистов. Ведь это просто невозможно. Районы не являлись сейсмически опасными. Это землетрясение случилось там, где обычно вообще не бывает подобных катаклизмов. С разницей в 12 часов сразу два подземных удара. В Колорадо и Вирджинии, на разных концах страны. Оба мощностью в 5 баллов. Такого здесь не видели больше века. Толчки чувствовались и в столице США. И даже в постаменте символа Северной Америки, монумента Джорджа Вашингтона, появилась трещина. Что это за странное явление? Есть ли ему научное объяснение? А может, просто случайность, каприз природы? Эту версию поспешили озвучить власти США. Однако ученые сразу высказали сомнения. Таких совпадений, да еще в столь спокойных районах, не бывает. Геологическая картина этого района, там нет ни сочленения тектонических плит, там нет ни зоны трещиноватости, там нет старых действующих вулканов, которые могут приводить к подвижке там, определенных слоев земли, в результате которых возникает землетрясение. Но эти районы, они с точки зрения геологии достаточно пассивны и спокойны. Вскоре в сети появилось видео, снятое туристами за несколько часов до землетрясения в Вирджинии. И эти кадры вызвали еще больше вопросов у специалистов. Что это за странные звуки? И связаны ли они как-то с разгулом стихии? Или же природа здесь совсем ни при чем? Ни с того ни с сего начинается землетрясение. Ну, конечно, что это похоже, простите? На работу какой-то машины. Неужели землетрясения были рукотворными? Возможно ли это в принципе? И кто автор адского плана? Нам удалось найти в Америке человека, который состоит в самой секретной организации. И он лично знает людей, которые шантажируют правительства крупнейших стран. Все это выглядит как сценарий голливудского боевика про мирового злодея, который грозится устроить конец света. Но, к сожалению, есть неопровержимые доказательства, что все это чистая правда. Смотрите прямо сейчас. Хозяева подземелья. Кто готовит военные базы для уничтожения мира? Все умрут, а они останутся. Как тайное правительство готовится уничтожить все живое? И главное, зачем? А также впервые на телевидении. Невероятные свидетельства очевидцев, документы и неопровержимые факты. Лучшие умы Третьего Рейха. Как они организовали тайное мировое правительство. И уничтожают тех, кто слишком много знает. Что за секретное общество встало на нашу защиту? Шокирующая правда. Пора раскрыть глаза, и мир станет совсем другим. Землетрясения, произошедшие 22 и 23 августа в Колорадо и Вашингтоне, на самом деле были атаками на подземные военные сооружения. Бенджамин Фулфорд, бывший издатель одного из авторитетнейших журналов во всем мире. Вот уже несколько лет он тщательно собирает информацию о так называемых подземных базах. Именно там обитает мировое зло. Эти базы были созданы как убежище на длительное время в случае ядерной войны, которая может разрушить нашу планету. Я видел видео, я встречался с людьми, которые утверждали, что видели специальный подземный поезд, ведущий из Лондона в Нью-Йорк. Что это за подземные базы? Кто их строит? Что там происходит? И главное, каким образом они могут угрожать всему человечеству? Официально строительство началось со времен Холодной войны. В случае начала ядерной войны нужно было создать все условия для проживания под землей. Поэтому строительство развернулось в огромном масштабе. Эти подземные базы стали известны узкому кругу специалистов под кодовым названием «ДАМБ». Английская аббревиатура расшифровывается как Deep Underground Military Bases, или по-другому базы военного назначения глубокого залегания. То есть это
начиная от 200 метров и до километра. Это непосредственно те базы, на которых проводятся различные секретные исследования, от перспективных разработок нового вооружения до бактериологических исследований. Информации об этих базах в открытом доступе нет никакой. Очень мало людей посвящены в эту тайну, и лишь единицы рискнули заговорить об этом. Каждому из них за свою смелость пришлось дорого заплатить. Я единственный выживший, который говорит об этом. И то, что я расскажу, вас шокирует. Это запись 1996 года. Военный инженер Филипп Шнайдер во время публичной лекции в штате Айдахо раскрывает информацию о существовании подземных сооружений. Моя главная цель – это рассказать, что на самом деле происходит на этих подземных военных базах. Это называется «Новый мировой порядок». Это было его последним выступлением. Через неделю тело Филиппа Шнайдера нашли в собственном доме. Полиция предположила, что он совершил самоубийство. Однако сам Филипп не раз говорил и своей семье, и друзьям: «Если им сообщат о суициде, пусть знают, это ложь». На самом деле его убили. Так что же произошло? И что за смертельный секрет раскрыл военный инженер? Фил Шнайдер 17 лет проработал на американское правительство. Он был геологом и инженером на самых засекреченных базах США в зоне 51, Лос-Аламосе и на базе Дульсе. Дульсе – самая глубокая база. Она находится в 12 километрах под землей и уходит вниз на 7 уровней. Мы сделали 4 шахты, которые впоследствии должны были соединить. Моей работой, как геолога, было найти лучший способ подрыва пород. База Дульсе – одно из самых таинственных мест во всем мире. Известно, что она находится где-то на юге США. Известно также, что там в 1979 году произошел загадочный инцидент, после которого огромная база была уничтожена. С этой базой было связано очень много интересных и необычных происшествий. В том числе на базе произошел конфликт, после которого часть базы была просто уничтожена и взорвана. Причем взорвана она была представителями военных структур США. То есть там произошел некий конфликт, в результате которого базу необходимо было уничтожить. На сайтах, посвященных внеземным цивилизациям, популярна версия, что на базе Дульсе была перестрелка с обнаруженными в недрах Земли инопланетянами. И как раз Фил Шнайдер был одним из немногих выживших свидетелей. Но что же там произошло на самом деле? Шнайдер молчал 14 лет. Но в 93-м году произошло то, что заставило его нарушить подписку о неразглашении. И он выступил с поистине шокирующими разоблачениями. На этих любительских кадрах Шнайдер и его друг Рон Раммелл. Они находятся на еще одной сверхсекретной территории. Подземной базе, которая называется «Зона 51». Мы видели нечто необычное. Увиденное там их напугало. Именно тогда они и решили рассказать миру о том, что происходит на военных базах. Фил и Рон начали собирать материалы и в 1993 году должны были выпустить книгу. Но незадолго до этого Рона Раммелла нашли мертвым в собственном доме. Полиция объявила: это суицид. Рон Раммелл был обнаружен у себя дома с огнестрельным ранением. И факты указывали на то, что он совершил самоубийство. Между тем, ряд обстоятельств свидетельствует о том, что вряд ли это можно утверждать категорически. Дело в том, что на пистолете отсутствовали капли крови, которые указывают на близкий выстрел. Кроме того, на нем же отсутствовали отпечатки Рона Раммелла. Позже была найдена и предсмертная записка. Независимая графологическая экспертиза показала, ее написал левша, хотя сам Раммелл был правшой. И именно тогда, после смерти друга, Шнайдер решил выступить и рассказать всю правду. Хоть и говорят, что дело закрыто, я уверен, что это было убийство, и его убийцы разгуливают на свободе. Кто же убил Рона Раммелла? И главное, что они со Шнайдером смогли узнать? За какую тайну им пришлось заплатить самую высокую цену? И Шнайдер, и Раммелл были принадлежали к одной компании и работали на одного заказчика, и также обладали, являлись носителями определенных секретов, которые не подлежали публичному распространению. За 2 года Шнайдер дал 30 лекций и объехал весь мир. Он начал рассказывать о подземных военных базах, чьи размеры потрясают воображение.
Эти базы размером с большие города. Их соединяют скоростные поезда на магнитной подвеске. У них есть специальная техника, которая роет эти города. Скорость передвижения 14 километров в день. На строительство этих баз уходят огромные средства. И для этих целей существует так называемый «черный бюджет». Черный бюджет – это секретный бюджет. Четверть ВВП США. Около триллиона долларов тратится на теневые программы, такие как подземные военные базы. Всего сейчас построено 129 баз, и это только в США. Всего в мире, по заявлениям Шнайдера, уже построено 1500 подземных баз. Кому они нужны и для каких целей? Информация об этом тщательно охраняется. И сам Шнайдер был не раз на волосок от смерти. За время его лекционного тура на него было совершено 13 покушений. Я не хочу хвалиться, но у меня пулевое ранение в плечо. Это была его последняя лекция. Через два месяца, 17 января 1996 года, Шнайдера нашли мертвым. Официальной причиной смерти стал сердечный приступ. Однако патологоанатом, который проводил вскрытие, вскоре заявил, на теле есть странные следы. Данные указывают на то, что он был обнаружен у себя дома, около фортепиано. На шее у него в качестве удавки была одна из струн этого фортепиано, а на теле следствие установило ряд прижизненных телесных повреждений, которые указывают на то, что, по всей видимости, его могли перед смертью пытать. Но кто мог это сделать? И зачем? Ведь завеса секретности уже частично приоткрыта. На той же последней лекции перед смертью Филипп Шнайдер объявил, его совместный труд с Роном Раннеллом наконец закончен, и книга скоро выйдет. В ней будет раскрыта тайна подземных городов. Меня это очень беспокоит. Есть люди, которые врут правительству, которые отказываются говорить правду о назначении этих баз. Шнайдер погиб при очень странных обстоятельствах. Сердечный приступ со следами удавки на шее. Его последний труд, который должен был стать сенсацией, исчез. Но что же он хотел поведать всему миру? Смерть Фила Шнайдера и Рона Раммела охладила пыл всех, кто собирался говорить об этом, потому что все поняли, их попросту могут убить. По словам еще одного информатора, бывшего канадского офицера, который скрывает свое имя, с 1946 года более 3000 человек были убиты за то, что пытались рассказать об этих подземных базах. И почти всегда причина смерти была очень странной. С этими исследователями, учеными происходили или несчастные случаи, или они там погибали при загадочных обстоятельствах? Вопросов очень много. Загадочные землетрясения, убийства инженеров и ученых, невероятные слухи об инопланетных технологиях. Ответы могут полностью изменить нашу цивилизацию, нашу историю и наше будущее. Но кто может сказать, что на самом деле происходит в этих подземных городах? История этих городов очень странная. И нужно знать, что есть технологии, которые от нас скрывали, и благодаря которым удалось построить эти города. Нам удалось найти человека, который своими глазами видел то, во что, кажется, невозможно поверить. Смотрите далее. Глобальная катастрофа, которая угрожает всему живому. Стоит ли искать спасение под землей? Секретная команда, которая покорила мир. И строит свой подземный рай. Шокирующие свидетельства очевидцев. Документы и неопровержимые факты. Не переключайтесь, будет очень интересно.